Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации устанавливают систему организации движения поездов, требования к технической эксплуатации сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожных путей необщего пользования, железнодорожного подвижного состава и определяют обязанности работников железнодорожного транспорта общего и необщего пользования. правила и приложения к ним обязательны для выполнения всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы для пользователей услугами железнодорожного транспорта, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса, работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом железнодорожных путей, сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожных путей необщего пользования и находящихся на них сооружений и устройств железнодорожного подвижного состава, и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте, охраны объектов железнодорожного транспорта и грузов и работниками железнодорожного транспорта. Требования к видимым и звуковым сигналам для обеспечения безотказной и безопасной работы железнодорожного транспорта, типы сигнальных приборов для передачи сигналов на железнодорожном транспорте приведены в инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации, содержащиеся в приложении номер один к правилам. Правила приема, отправления и пропуска поездов, выполнения маневровой работы и закрепления железнодорожного подвижного состава, правила приема и отправления поездов в условиях выполнения ремонтно-строительных работ, порядок назначения поездов и выполнения поездной и маневровой работы, Приведены в инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации, содержащиеся в приложении номер два к правилам.